ধন জীবন যৌবন রাজ্য সুখম নহি নিত্য মনুখন নাশ পরম তেজ গ্রাম্য কথা সকলম বিফলম ভজ গোদ্রুম কানন রঞ্জীবিধুম ভজ গোদ্রুম কানন রঞ্জীবিধুম ভজ গোদ্রুম কানন রঞ্জীবিধুম ধন জীবন যৌবন রাজ্য সুখম নহি নিত্য মনুক্ষণ নাশ পরম তেজ গ্রাম্য কথা সকলম ফলম ভজ গোদ্রুম কান। গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি Гаудия Гуштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что этот материальный мир – это место нашей проверки, место, где мы должны пройти испытания. Вот этот материальный мир – это то место, где нас испытывают различными испытаниями, болью и прочими. Этот материальный мир – это то место, место боли и прочих проверок, испытаний. И если мы станем успешными в прохождении всех испытаний, которые есть в этом материальном мире, то это хорошо. И поэтому Бхагаван Шри Кришна, он сказал, когда это тело, мы находимся в этом материальном теле, то мы должны пытаться избавиться от этого материального мира, мы должны возвыситься над ним. Шрила Сачитананда Бхактивинода Такура написал этот киртан. Вот Махарадж его повторил. Мы должны чувствовать этот киртан. Если мы просто поем его без чувства, то нет толку от этого. И поэтому Вамши Дас Бабаджи Махарадж говорил, он говорил, вот кто-то может петь вот этот киртан Джанила Прамадон, но он говорил, что вы только поете, но у вас нет той боли в сердце, о которой поется этот киртан, и только те, у кого есть это чувство разлуки. Их сердце буквально разрывается от этой разлуки. И вот можно вспомнить, вчера я также начал с этого, что Кунти Деви, она очень ясно сказала, по просьбе одного старшего преданного я написал книгу о Кунте. Поскольку до того, если я что-то говорил о Кунте, этот преданный, он был очень вдохновлен, буквально плакал. И он говорил, что если кто-то будет изучать ее жизнь, жизнь Кунти Деви, то он узнает, как можно увеличить наше терпение. Вот в случае с Кунти так много проблем к ней приходило, но она была спокойна, она знала, что эти все проблемы, они не затрагивают ее. И мы должны думать таким же образом, как Кунти. Кунти, она очень много страдала. You cannot even show a single example where you can compare the life of Kunti Devi
Нету никакого другого примера, который был бы подобен ей, но все же Кунти, она хотела получать еще больше страданий, еще больше проблем в своей жизни. А почему мы в этом материальном мире никогда не видели таких людей, которые просят страданий, которые хотят страдать? Но Кунти Деви сказала: «О Господь, дай мне, помести меня в проблемы, в какие-то плохие обстоятельства. Я хочу страдать». А почему? Поскольку, когда я страдаю, я могу помнить о тебе. А если я не вижу, не получаю никаких страданий, то я могу помнить тебя, либо забыть. Но когда я страдаю, когда какие-то проблемы приходят, несчастье, то я всегда помню тебя. И также у нас должна быть непрерывная связь с Гуру Вайшнавом и Бхагаваном, с Верховным Господом. И Кунти Деви поэтому говорит, и вот она говорит: «Никто не может знать тебя, никто не может познать тебя, о Господь, и никто не может достичь, никто не может понять твои наставления». А когда Бхагаван Шри Кришна сказал: «Поклоняйтесь мне», и что это значит? Все говорят: «Так, поклоняйтесь мне». И вот Бхагаван Шри Кришна явился в форме Гауранги Махапрабху, но далеко не все поняли его настроение. Всего лишь несколько его преданных, они поняли, что это сам изначально Верховный Господь явился. И также Кунти говорит: «Никто не может достичь твоих лотосных стоп». А почему? Поскольку люди, у них есть четыре вещи, благодаря которым они становятся горды и слепы от этого. Махарадж говорит, что не говорит, что мы не должны изучать санскрит или еще что-то, оставив все. А точнее, Махарадж не говорит, что нужно изучать санскрит, оставив все. Нужно сделать так, чтобы наша бхакти развивалась. То есть главное внимание мы должны бхакти уделять, а не каким-то другим вещам. И вот центр наших всех интересов – это должна быть жизнь в преданности. Мы должны совершать различные практики преданного служения, харинам, киртаны, какое-то служение. И если мы выделяем наше время для обучения, то нужно выделять его от нашего сна, еды или еще какого-то отдыха. Шрила Прабхупад, когда кто-либо приходил в Мат, он наблюдал за ними. Гуру и Вайшнава, они очень могущественны, они могут насквозь видеть людей. И вот, когда кто-либо приходил в Мат, Шрила Прабхупад смотрел на них, и потом, согласно их способностям, Шрила Прабхупад сразу же занимал этих людей в служении. Если кто-то приходил с какими-то посторонними желаниями, говорили, что о, Шрила Прабхупад, мы хотим санскрит изучать, а Шрила Прабхупад говорил: «Нет,
занимайтесь служением. Ваша жизнь не вечна. Мы не знаем, когда мы оставим это тело. Только Парикшит Махарадж, он был настолько удачлив, что смерть за 7 дней предупредила его. И у него было 7 дней, чтобы подготовиться к смерти должным образом. Но наша жизнь, мы не знаем, сколько еще мы можем прожить. Нельзя сказать, что мы еще 7 лет будем жить, или 7 дней, может меньше. Но у Парикшит Махараджа была гарантия, что он умрет не позже, чем не раньше, точнее, чем через 7 дней. И также царь Катхатванга, он когда узнал, что ему стало жить совсем немного, он оставил все и начал думать о Верховном Господе. Полубоги, они были очень довольны им, поскольку он, этот Катванга Раджа, он смог победить демонов, и эти полубоги благословили его. И когда он узнал, что ему жить осталось всего немного, он смог занять себя в памятовании Верховного Господа, но у нас нет никакой гарантии. И вот говорится, что и вот это четыре вещи, из-за которых наша гордость, ложное эго развивается. И это ложное эго, оно может убить нас. Оно может остановить наш прогресс на пути баджана. Шрила Прабхупад почему говорил так? И почему тот Шрила Прабхупад, он занял каких-то специальных учителей санскрита для Шрила Бхакти Прамода, Пури Госвами Махараджа и каких-то других учеников? Хотя для других он не позволял, чтобы они что-то читали, изучали, а сразу занимал их в служении. Но Шрила Прабхупаде было виднее, что делать с кем. И поэтому наша жизнь в преданности, она должна быть в соответствии с желанием Гуру и Вайшнавов. Как вот в этой шлоке говорится, что без милости саду Гуру и Вайшнавов мы не можем обрести милость и прогресс в духовной жизни. И вот Махарадж возвращается к Бхагавад-гите и спрашивает, какова же главная причина борьбы кого-то с кем-то? И вот это из-за этого. Из-за эгоизма. И все дживатмы, они все эгоисты, они думают только о себе. И когда в нашей жизни мы сможем сделать Кришну центром нашей жизни, то все проблемы, они сами уйдут. Мы все думаем только о себе. И какой же научный путь нашего баджана? Наш центр здесь, как Кришна там. И сейчас через наш баджан мы должны двигаться и прийти в гармонию с Кришной. Мы должны помнить это. Если мы даже заняты, все равно мы должны помнить о
о Гуру, о Вайшнавах, о Верховном Господе, особенно когда вы засыпаете ночью или просыпаетесь, мы должны думать, что мы сегодня сделали, какой прогресс мы совершили. И всегда мы должны спрашивать себя так, чтобы замечать прогресс в нашей жизни. И те, кто... Another mandala here in Gopinath Goryama. Two mandala I can attend. This way competition is going on. So we are deviated, gradually we are deviated from our central point. So what is the main point on the basis of which we go fighting? И вот люди, они сражаются, борются, спорят в этом мире из-за своего эгоизма. И вот в Бхагавад-гите описывается, что на поле боя Курукшетра, почему началась борьба, война из-за того же самого эгоизма. Панчапандавы, они были, очень уважали гуру и вайшнавов. И если и Дурьотхан тогда отказал им дать, поделить, отдать им все царство, то они сказали, хорошо, дай нам 5 деревень, нам хватит, но Дурьотхан сказал, никаких 5 деревень, даже то количество земли, которое сможет находиться на игольном острие, я и то вам не дам. И вот он был Дурьотхан, он был очень вот таким плохим человеком был. Они всегда хотели как-то провоцировать панчапандавов, и они много раз хотели их убить, отравить, сжечь или еще что-либо сделать. И вот они так много раз думали, как же их убить, но если Верховный Господь защищает, то кто может убить? Когда панчапандавы с матерью и всеми остальными, они были отправлены в Бара, какое-то место Баранабар, как-то так. И вот они построили там здание с помощью какой-то резины, ну какой-то дом такой, легко воспламеняющийся они построили. И вот Видура, когда они пришли к Видуре, и Видура, он не прямо, а косвенно сказал, он сказал так косвенно, поскольку Дурьотхан мог убить его, если бы он не скрывал, как не сказал так. Не прямо, а косвенно. И вот он, в общем, дал им намек, то, что опасно им находиться в этом доме. И благодаря этому они смогли спастись. И вот так один за одним, одна за одной, различные проблемы они приходили в жизнь Кунти Деви и Панчапандавов. Но если Кришна защищает меня, то никто не сможет убить. И в тот день вы станете успешным, в тот день, когда вы осознаете, что я, мое тело, оно подобно колеснице, и Кришна, он предводитель этой колесницы. И когда мы осознаем это, то все наши проблемы, они кончатся. Обусловленные души, они не могут получить вдохновение так прямо, но косвенно через что-то. И вот однажды у Дурьотхана спросили,
Вот, Дурьотхана, ты знаешь, что такое дхарма, что такое адхарма, что такое законно, что такое незаконно, и что это, и почему, да, знаю, а почему же ты занимаешься тем, чем ты занимаешься? Я знаю, что такое дхарма, что такое адхарма, но я не получаю вдохновение следовать дхарме. Он ответил, but anyway, directly or indirectly, all inspiration coming from Krishna. И вот Дурьотхана сказал, что у него нет вдохновения следовать дхарме каким-то благочестивым деяниям. Но так или иначе, все плохое или хорошее, оно через Кришну приходит. Но вот в случае с Дурьотханой, это он получил вдохновение от Кришны, но через Майя Деви, поскольку он был, предпочитал какие-то неблагочестивые поступки. И это причина, по которой началась эта битва. Иначе не было бы никаких вопросов. Поскольку они все из единого рода происходят, что пандавы, что кауравы. Я уже сказал, что у Дхритараштры не было недостатка никакого, знания, но он был слеп, как сердце его было слепо, и внешне он также был слеп из-за своей слепой привязанности к своему сыну. И я уже вчера говорил то, что какое настроение было у Дурьотханы. Он был самый там такой плохой политик из всех. И вот он хотел провоцировать Дроначарью. Он хотел напомнить ему. Very strong affection for Pancha Pandava. This can be a very danger for us. Follow? This can be a big issue. That's why first of all, because Dronacharya having really affection for Arjuna, Bhima, Nakula. У Дроначарьи была любовь к. Он любил Панча Пандавов, и если это Панча, и вот он. И вот поскольку он, и поэтому он не смог сражаться с ними, поскольку он любил их как своих учеников. Как Махарадж пример приводит, если кто-то вот сдает экзамен, например, могут готовиться, все знать на самом экзамене, из-за недостатка уверенности они забывают то, что учили. А почему Шрила Гаура-Кишордас Бабаджи Махарадж, он очень умен? They are not actually smart. They are actually, they have the fear. Smartness means you should not have any fear inside your heart. Fearless. Мы должны быть бесстрашными, а когда мы сможем стать по-настоящему бесстрашными, тогда, когда у нас есть уверенность, что Кришна, Он с нами, Гуру Вайшнава, они с нами, и тогда можно быть по-настоящему бесстрашными. В моей жизни Шрила Прабхупада, он настоящий герой. Walking this way, speaking this way, is
spiritual hero in my life. I cannot compare Gopal with anyone. So smart like. So this is the actual reason, you see. Now Duryodhan want to prove. И вот Дурьотхан хотел. Now Duryodhan want to prove that I am very smart. Доказать, что он очень умен. Now Duryodhan want to prove that I am very smart. Actually, Duryodhan is not smart because he is not in favor of, he is not working in favor of dharma. Но Дурьотхан он не был на стороне дармы. А те, кто на стороне адхармы, какого-то безбожия, без чести, то у них меньше качеств. Duryodhan wanted to motivate Acharya. At the same time, he is going to speak about the strategy of the opponent party and also about his own party strategy. I already told you, Atrosura Maheshwasa Bhima Arjuna Samayudhi Juju Dhano Viratascha Drupadascha Maharatha Dhrishto Ketus Chekitanaha Kasi Rajascha Virjavana Kuru Jita Kunti Bhojascha Shvaibascha Narapungabha Judhamanyascha Vikranto Uttamoyascha Virjavana Shauhadra Drupadascha Sarva Eva Maharatha. Yesterday also wanted to give some identity of each individual fighter. Рассказать о тех воинах, которые были на поле боя. И вот они перечисляются тут. Бхим, Арджун, Вират, Друпад, Махарадж перечисляет их. И Субхадра, он сын Субхадра Абхиманья. И вот следующие. И вот у этих всех воинов был титул Махарадха, это значит тот, кто может один бороться с 11 тысячами воинов. И вот сегодня Махарадж будет аналитически говорить о уме Дурьотхана и то, что он хотел сказать. Почему Дурьотхан сказал так перед Дроначари? Nayaka mama sainyascha sangyartham tano vaprimite. To you, тебе, I am going to speak all the details about who all are present here. О том, who live their life for me. Те воины, которые находятся здесь, они готовы отдать свою жизнь за меня. Asmakantu in our party, Asmakantu vishishta. Asmakantu vishishtaha. Jehi janaha vishishtaha. Tan nivoda dhyotam nayaka mama sainyascha sangyartham tano vabhrimite. To you I am explaining, who are there in our party also. So no need of any, nervousness. Bhavan, first of all you. Бхаван, это значит ты, ты великий воин, Дроначарья. Бхишма, два уникальных воина, ты и Бхишмадев. Whatever situation may be there.
And also, you can remember your song Asattama is also very popular. Asattama Vikarnasya. Vikarna means the... And brother of Duryodhana. Потом Викарма, брат Дурьотхана, Сома, вот и вот следующие два. Nana asto kuharanaha sarve yuddha visharadaha. Anne cha bahava, so many others, but to speak the name, countless. Anne cha bahava suraha, sura man bir, sur min bir. Plural number? Suraha, bahu achal. Mother the, for me they are going to live their life in stand. They don't care their life for me. Mother the takta jivitaha. И вот Махарадж перечисляет тех, кто находится на поле боя и их качество, но то, что они все очень сведущие в искусстве борьбы. Fear that because we have so many, big fighters in our team. So who is going to care? И вот мы, вот он говорит, что мы не должны бояться. У нас так много великих воинов. И почему же мы должны бояться этих панчапандавов? А почему так говорится? Поскольку Дурьотхан хотел доказать всем, что он лучше всех, но внутри своего сердца он очень слаб, куда бы он ни... А когда он смотрел на войско панчапандавов, то его сердце, оно боялось. Он думал, что, может быть, я не смогу их победить. И вот те, кто дают комментарии на эту Бхагавад-гиту, они пишут, что свою слабость он хотел скрыть вот таким, такой гордостью. Апарьяптам тад асмакам балам бхисмави ракшитам парьяптам ту идам этешам балам. Vimani Rakshitam. If you keep your book, you can understand Sprita. Otherwise, at that time, you cannot pronounce. You have no heavy. If your tongue is like water, very light, like Brahman, then you cannot pronounce. You cannot speak. So, you will have to take preparation. Brahman means mood Brahman. You have to become. Not that. So, aparyaptam tad asmakam balam. Bhismavi Rakshitam and Paryaptam Tu Idam Etesam Balam Bhimavi Rakshitam. What Duryodhan want to speak? He is speaking clearly this, but the meaning you cannot understand. Вот Дурьотхан, что он хотел сказать, но... И вот Шридас Госвами Пад, он комментирует. И вот эти все комментаторы, они объясняют эту шлоку все по-разному. Кто-то хочет прямо объяснить эту шлоку. На санскрите, если разделить эти составляющие на слова, то есть там два варианта может быть, смотря как разделить апарьятам, например. Пори юкто аптам. Пори юкто аптам. О, пори юкто аптам. Апарьяптам. То апарьяптам мин. И вот апарьятам значит, если просто простое значение значит недостаточно.
Но что Сиддхардев с вами хочет сказать, что Дурьотхана, его сердце очень свирепо. И вот он думает, что его войско недостаточно. To idam etesam balam bhimavi rakshitam. Bhimavi rakshitam by bhim, his protected team, I think paryapto is sufficient. This kind of meaning is speaking. I already told you that Duryodhana in front of Krishna wanted to get the full, you know, troops. Atharva okheni. Atharva Okshini, Shaina Okshini is one calculation there. So big, you know, number of soldiers. Duryodhana wanted to get that. И вот Дурьотхан хотел собрать множество солдат. Either you can choose me or my full troops. А Кришна еще дал ему выбор. Ты... Выберешь меня или моих солдат. Но Арджун был очень умен, и он сказал: «О Господь, я хочу тебя». А Дурьотхан засмеялся, сказал: «Шхару, как же мне повезло, что Арджун первый выбирал и сделал такой плохой выбор». Но Арджуна на самом деле был очень умен, поскольку он выбрал Кришну в качестве своего союзника. Но Дурьотхан, он и не хотел выбрать Кришну, и очень обрадовался, что ему достали все войны остальные. И вот было много солдат у Кауравов, но все же Дурьотхан все равно боялся. Апарьяптам тадасмакам балам бхишмави ракшитам парьяптам парьяптам ту идам этешам балам бхимави ракшитам. By him, his whole party is controlled by him, but I think the party is, you know, sufficient. I mean, Siddha Sai Baba meaning this way. Their party is sufficient, our party is not sufficient. But otherwise, Vishwanatha Chakravarti, they are speaking, and Bhagavad Gita also they are speaking, they are just opposite. Aparyaptam asmakam balam means nobody can measure the power of our soldier, Sonam. И вот там было столько воинов, что применяется термин того, что их невозможно сосчитать, их очень много. And paryaptam tu idam etesam balam bhimavi rakshitam. And their soldier can be measured and calculated. It's limited. А у пандавов было меньше воинов, их можно было сосчитать. Okay, no problem. They actually different commentator. И вот различные комментарии Вишванатха Чакраварти, Баладева Вибхушан, Шридас Госвами Пад. Они по-разному объясняют вот эти шлоки, но они все правильно, поскольку и так возможно. И все эти комментаторы, они все говорят истину, поскольку абсолютная истина, смотря с какой стороны на нее смотреть, то она открывается по-разному.
И вот по милости моя Дэвид Дурьотхан, он в великой опасности, но он хотел скрыть это. И вот 11 шлока в ней говорится. Дурьотхан дает наставление Дроначарье. А зачем Дроначарье? Он очень, он прекрасно знает свои обязанности, ему не нужно ничего советовать, но Дурьотхан все равно дает совет. Вот с различных точек зрения, с различных углов, точнее с различных углов все эти противоборствующие стороны и соответствующие командиры, они командуют своим отрядом. Как во время Радха-ятры, в Пурим Махапрабху, когда танцевал в семи сампрадая, в семи группах, то у каждой этой группы, где танцевал Махапрабху, у них были свои инструменты и свой, как сказать, стиль танца. И также здесь у каждых этих командующих у них были свои солдаты и оружие и свои обязанности соответствующие. Respective duty, you are giving duty this position, this way. You must be very alert, very careful. Why? But Bhishmo Mevani Rakshantu, you are going to fight. At the same time, you must be very careful about this point. All the time you should take care of Pritama Vishwa. Why? И вот он говорит, что вы должны сказаться и внимательно смотреть за Бхишмой, поскольку он очень могущественный, и если он случайно потеряет нас из виду, кто-то может убить его, поэтому нужно следить за ним внимательно. И вот Дурьотхана дает совет. И вот он говорит, что вы должны сражаться, но также и смотреть за Бхишмой, чтобы никто его, не дай Бог, не убил случайно. И вот он дает наставление Дроначарье. И в то же время у Дроначарьи, я говорил, у него особая любовь к своим ученикам, к Панчапандавам. Это естественно. Они дармики, они на стороне дармы находятся, они очень разумны. Но все же Дурьотхан, он боится этого, если как-то если это как-то затронет сердце Дроначарьи, то он не сможет сражаться с ними в полную силу. И вот на поле боя такова система была, что как борьба, бой, он собирался начаться,
И вот кто-то начали трубить в трубы. И вот кто-то в трубы трубил, кто-то дул в эти шанки, раковины. У Кришны была особая раковина, панча, как-то так ее, панча джанья, как-то так называется. So Pancha Jana is, you know, bigger for Kanch actually, for Krishna. And here it is written, Pitama, he says the senior most person. И вот Бхишма, он самый старший. Seniority should be given priority. И ему... Why in his devotional life we never think that way. In material world we think. И вот в материальном мире есть такая пословица, что старше надо выражать почтение более старшим, но на духовном пути не так выражают почтение тем, кто более продвинут на пути бхакти. Как в случае с Шукадевом Госвами, его всего лишь 16 лет, но внешне его телу, но Муни Риши, которым были миллионы лет, они встали, когда он пришел, и таким образом они выразили ему почтение, все до единого причем. И вот перед битвой раздались звуки труб и раковин. И Бхишма осознал, что black magic having some problem can be there. This kind of problem is there. He is thinking. So Pitama was also giving inspiration and power with his Kant. That's why Tasso Dujjadhanasya Sanjayana Hasam. So that Dujjadhan can get some extra, you know, energy, some power. Tasso Sanjayana Hasam. Куру Биддха Питамаха Сингханадам Бинода Чой Санхьям Дадму Пратапабана. Started blowing some fast. И вот начались звуки труб и раковин. I need to explain, I want to explain big way, but time cannot pass. But still I'm explaining, you can understand. Татаха Санкхасча Верьясча Пранабанако Гумхаха Сахасайва Абхьянна Бхаче Сахасайва Абхьянна Сабдостумура Абхава Татаха after that Санкхасча Верьясча Different kind of Sankhya I mean Kanch and Verjasya Veri Bugal and Pranavanako Gomukha, different kind of blowing instrument. Sasaiva Abhya, Abhya Hanyanta, Sasabdos, Stumura Abhava. At a time they all started going there, respective, you know. Then, вот, в общем, они начали дуть свои эти инструменты, и и это поле боя наполнилось звуками труб и раковин. Шетвайр хайвайр юкте махати сананде свито мадаваха пандавас чайго дадмау санчоу прададамату. Татаха after that, вот после этого white horse is there. Была какая-то белая лошадь в упряжке. Махати сананде, that is a great chariot, a special chariot, given by Она была запряжена в колеснице, которую дал Индра.
Arjuna, и... I can be, I must be there in the form of flag. There, who is going to put you in trouble? Let me see. И вот у Арджуны было благословение, что кто-то будет в форме его флага. Я не расслышал, кто точно. Махати сананде, юкте, махати сананде, ститу, Мадава и Пандава стюм. Мадава мин Кришна, Мадава мин в этой шлоке Мадава значит муж Лакшми Деви. А Пандава в этой шлоке значит Арджун. They are also blowing. The name of the Sankhya of Krishna is Panchajanma Rishikesho and Devadattam Dhananjaya. What is the name of the И вот имя раковины Кришны Панчаджанья было и Кортар Ипшито Карму. То Панчаджанам Rishikesh want to blow. Say karma, what? Panchajanyam. So Panchajanyam, the Sankha is nam Ditya Vibhakti. Panchajanyam, Rishikesha, Devadattam, Dhananjayaha, and Poundram, Dadmyam, Mahasankhyam, Bhima, Karma, Brikodaraha. Brikodara means? Briko Namak, Ogni, Fire. Брико, special type of fire. Вот это слово брико значит тот огонь, который находится в животе Бхимы, благодаря которому он может переварить все. Он ел огромное количество еды, но не мог Экадаси следовать. И Кришна сказал, ну, хорошо, хотя бы раз в году соблюдай Экадаси. So after that, и вот после этого there we can get the explanation of можно найти объяснение различных те, кто дует в какие раковины, и вот Юдхишир, например, дул свою раковину, Ананта Виджая, ее звали раковина. И вот здесь перечисляются имена раковин вот, определенных воинов. Шоубхадрасчо Махабаху Шанкхяна Дадму Притхак Притхак. So I need not explain because I only name giving their respective conch they are going to blow anyway. So now be sure that fighting going to start. И вот сейчас битва практически начинается. У Арджуны 10 имен, вот Махараджа их перечисляет. Дананджай, вот он перечисляет. Шетвахам, Виватсу, Виджая, Кришна, Сапасачи, Дананджая, so many 10 different kinds of names, special titles given to Arjuna. So after everybody blowing their respective conch,
and devil everything. Then the battlefield took a and sensitive position was created. Sensitive position. Very sensitive position. So Goso Dhratu Rastaram Hidayani Badarayat. So Goso. Ghosh means Kumingo, actually Ghosh. So Ghosho, Ghoshin, the huge amount of sound, noise, big sound. So Ghosho, two all together, it's a big sound was there. So Ghosho, Dhartho Rastanam. What ki? So Ghosho, Dhartho Rastanam Hidayani Vedarayat. Kind of blowing of conch. Those who are in the party of Dhritarashtra, as if their heart going to break down. Anyway, they are in favor of other ones. So вот когда Dhartho Rastanam Hidayani Vedarayat, fracture, break down. Во время этого года звука, когда пандавы они дули свои раковины, то сердца тех, кто были на стороне Дхритараштры, они испугались. Они услышали этот ужасный звук. Okay, no problem, we hear. That was the situation, they are going. Okay, now what is the Sanjay going to explain? Because Sanjay going to relay, direct relay of the fighting place. И вот Санджай сейчас говорит, Атхо, после этого. Бевоститану дришква, Атхо, Бевоститану дришква. Atho Bhavastitano Drishtva. Your pronunciation should be perfect. Those who are Bengali men, they are making great mistake in their pronunciation. И вот можно видеть, что бенгальцы очень часто неправильно произносят какие-то слова. Вот подождать, как протикха говорят, а нужно протикша говорить. То есть вместо кша говорят кха. Кто-то, например, Джоти Махарадж говорит, или правильно Йоти Махарадж, а не Джоти. Есть такое Джоти значит свет, а Йоти значит саньяси. То есть очень большая разница, поэтому произношение должно быть наше совершенно. То есть не путать звуки. Hanumanji Maharaj is there in the flag, so he is called, this chariot is called Kapidhaja. Вот на флаге Арджуны был Хануман. Ришикесам дадава бакьям идам ахау махипате. If you learn how to read, then you can speak with books and how to speak. Follow. Prabhupada, when they are going to start, Shastra Sampate. They are going to begin their fighting. Prabhitte sastra sampate dhamuru dhammo pandava. Dhanu, bow and arrow, stand up, pandava. Rishikesam tada. At that time, suddenly, Rishikesam tada vakyam idam aham mahipati. Hey mahipate, Dhritarashtra. Suddenly, Arjun speaking to Rishikesh, something. What is that? Arjuna speaking to Krishna. O Krishna. И вот Арджуна говорит Кришне: О Кришна, возьми мою колесницу и
езжая вот туда между полками посреди поля боя. И смотрите, если вы любите Кришну всем своим сердцем, то Кришна, Он будет слушать вас, следовать вам. Да, Кришна, Он очень мягок. Но кто-то думает, что Кришна, Он бессердечен, но нет. Если мы любим Кришну всем сердцем, то Кришна, Он сделает все, как Арджуна говорит Кришне, дает приказание Кришне, Верховному Господу, чтобы он взял и проехал на середину поля боя. И вот Арджуна дает указание Кришне, чтобы он проехал к середине поля боя, стал между армиями. So, how you can read? Senayor uvayor madhye ratham stapeyo me achyuta. Ratham stapeyo me achyuta. Yavad etan nirikhe aham yuddho kaman avasthitan. Those who all are coming for fighting, you have to watch them very carefully, who all they are. Koirmaya saho yadhyabhyam asmin nama samuddhati. Koirmaya saho. With whom all? I will have to fight. Let me watch. И с кем же я должен сражаться? Покажите мне их. Koirmaya saho yadhyabhyam asmin nama samuddhami. This great fighting is going to start. Koirmaya saho. With whom all? I will have to fight specially. Let me see. Jatsa manano aviksha aham. Jatso manan aviksha aham, ya ete atro samagataha. With fighting mood all they are coming. Jatso manan aviksha aham, ya ete atro samagataha. Dhato rastasya durvadher yudhe priyo chikirsavaha. Dhato rastasya durvadher yudhe priyo chikirsavaha. Chikirsa mean? A chikitsa means treatment, but here actually dhatarashtrasya, dhitarashtra team, their brain gone out of order. Войны Дхитараштры, они... Dhatarashtra no durbuddhe, they are like a wicked brain. Говорится, что они... Dhatarashtrasya durbuddhe, yudhe priya chikitsa. Those who are coming to help the group of Duryodhana, I mean Dhitarashtra group, И вот спрашивается, кто пришел, чтобы помочь Дхритараштре. Я хочу посмотреть на них. И вот Арджуна, когда он увидел это все, он впал в уныние. Sanjay Uvacha, Sanjay speaking. И вот Санджай говорит, кому? Санджай говорит Дхритараштре. Speaking this way, Eva Mukto, Ришикешо Гуракешено Бхарата, Сенайор Убхайор Мадхе Стапайтва, Ратхаттама. Уттама Ратхам, Стапайтва, Сенайор Убхайор Мадхе. Meaning you understand? In between the two teams, и вот перед ними, по указанию Арджуны, I mean Гуракеша, why the name of Гуракеша, this is a peculiar name? Вот это имя Гуракеша употребляется. Тот, кто победил свой сон, значит, Арджуна, он мог не спать очень долгое время. That's why Gura Kesa
И поэтому одно из имен Гуракеша Сапрасачи. Почему? То, что у него две руки не могли, были одинаково могущественны. Он мог любой рукой делать любую работу, писать левой, например, и в таком духе. Арджуна, видя тех, кто присутствует на поле боя, видя своих родственников, он начал сомневаться. Brothers, putra, and all, they are like sons. And because Duryodhan, if his son is there, is like son there. So, very painful. Tatra apashat, then Arjun started looking and watching. Tatra apashat sthitano partaha pitrino atho piti pitamahano. Acharyano, Matulano, Bhatrino, Putrano, Pitrano, Shakins Tatha. Shakins Tatha means Shakins Bahuvachan, plural. So many friends there. Sasurano, Shuvidaschaiva, Sasurano means father-in-laws. Ну, тут перечисляются его тех родственников, которых видел Арджуна. Вайоропи, both sides, is watching more. И вот он смотрит все родственники на поле боя, и что же делать, я должен сражаться с ними, они мои близкие, дорогие. Кто-то обнимал меня, вот мой дед, он целовал меня, и как я могу с ним сражаться? И вот после того, как он увидел их, Арджуна, он начал сомневаться, следует ли ему сражаться. И вот он был очень опечален. And dejection, a mood of dejection started inside. Oh, I should not fight with them. What use fighting with them? What I can do? After fighting, I like to get victory over this kingdom. Well, if kingdom is there, if they are not all my friends and
И вот если кому-то предложить какое-то огромное богатство в обмен на одиночество, в обмен на ссылку в какое-то удаленное место, где никого нет, то одни богатства, то что толку от этого? Разве кто-то выберет это, поскольку если никого нету, то что толку от того богатства, которое никто не видит? То есть если человек в одиночестве на каком-то необитаемом острове и с кучей золота и драгоценных камней, то ему это богатство не будет радости приносить. Why husband loving you? Because life is there inside your body. А почему мы любим наших детей, либо родственников, либо друзей? Потому что душа пребывает в их телах. Потому что атма, она пребывает в их сердце, и она дает нам радость, и поэтому мы любим друг друга. Если бы этой души не было бы в нашем сердце, то у нас не было бы такого отношения к нашим близким. But then bondage is a strongest bondage, you cannot cut it. Follow? So now you see, there is a starting point of emotion. Arjun now speaking, actually watching all this. Arjun, his heart breaks down. И вот Арджун, видя все это, он опечалился. И разочаровался, и думал, как же сражаться с ними. И вот он говорит, So this way gradually we are going to start the dejection yoga of dejection. One chakra for the Goshaki Basindra Vajapitan Kavana Goshaka Yoga. So long you can understand properly what I say? Bharat. Go. Vajapaki illusion of sympathy, the original Buddhist. Vajapaki Maya. Actually, Arjun is the number one devotee. There cannot be any Maya with Arjun. Лучший преданный, и никакой Майи не может быть в сердце Арджуны, но по воле Кришны так случилось, что Арджуна попал в Майю, и Кришна отвечает, что такие твои эмоции, твои мысли бесполезны, ты пришел на поле боя для того, чтобы сражаться, и это дхарма-юдха, это война, она за благое дело. И все эти войны, они готовы умереть в такой святой войне. И вот ты, Арджун, ты хоть думаешь, что оставить все это милость по отношению к ним, но это, ну нет, это не так, это бесполезно. И поэтому зачем ты разочаровался? И некоторые люди спрашивают, как можно во время вот,
во время боя на Курукшетре, как могла произойти эта Бхагавад-гита из 700 стихов. Но для Кришны все возможно, он может все, поскольку для него время, место и пространство, оно подчинено ему. То есть он не зависит от времени, мест, времени, пространства и этого материи. То все, это все оно подчиняется Кришне, и поэтому вы не должны сомневаться.